Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это аж 16-я серия прохождения за Россию на божестве Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем. Хотя я думаю, что многие из вас уже забыли, что мы это последний патч смотрим. Подзатянулось, да? Посыпаю пеплом. Я вообще помню, ни разу ни одно прохождение на 16 серий не затягивалось. Но, прямо скажем, мне интересно. Необычная партия получается. Еще не факт, что мы тут победим на самом деле. Слушайте, я единственный с шотландцем, кто вышел в золотой век. У всех остальных темный класс. Так, возьму... туризм нам не нужен. Открывает озарение для исследования спутников ядерного синтеза в информационную эру. При выборе в эпохе будущего открывается озарение для умных материалов. Ага. Давайте, знаете что, небо и звезды возьмем, да. Давайте глянем. Что-то нифига не открылось. Тут должно же было открыть. Ну, умные материалы, ладно. Умных материалов, прогнозирующих систем и межпланетной экспедиции. Где вот это? Алюминий рудники дают плюс 2 единицы ход. Может, он следующим ходом начнет работать? Потому что, ну, только умные материалы, но они были у меня открыты, а должны еще все дальше быть открыты тоже. Так, можем Мумбаи захватывать. И Индии в игре больше не будет. Блин, не добегают лошади. Ну, блин. Еще один ход, видимо, Индия поживет. Как-то сложно к Мумбаи пробиться. Что за проблемы? Ну, как я и говорю, эти города сами ко мне примкнут, и я их уничтожу. И делаем нацпарк наконец-то. Природные красоты России должны быть сохранены для потомков. Национальный парк Джабалпур. Ну, я думаю, все из вас были в национальном парке Джабалпур. Это, в общем-то, историчненько все. Прям реально все как есть. Так, давайте попробуем еще тематическую сделать из портретов. Сафонисба Агрисола. А, блин, 4 хода еще ждать. Религиозные объекты. Есть еще у нас религиозные объекты? Портреты. Цициан, Цициан. И тут Цициан у нас, да? Не, Микеланджело. Но, к сожалению, больше религиозных объектов нет. Ладно, не буду я заниматься торговлей религиозными объектами. Щедрик, 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 та-на-на-на-на-на-на. Ой, скоро Рождество, этой песней тут весь мозг проедят. Конечно. Так, один ход до запуска. Тут покупаем
какая фабрика? Нефтяную куплю. Мазутную, в смысле. А может, атомную, раз у нас уже идет. Атомная хорошо. Да это если она взорвется внезапно здесь, то... Тут ничего страшного нету у меня. В этом районе. Сначала. Это, конечно, не очень удачно. У меня тут такой хороший райончик. Куча всего прикольного. Он... А эта вот фигня мне все рушит. Сидит индус с 173 тысячи у него. И... бездарно сливает. То есть даже все это влить в армию хотя бы, это ж столько юнитов может быть. Блин, мне религию реально девать некуда. Но я за религию могу только юниты покупать, да? А, рок-группы. Слушайте, может мне рок-группы поотправлять? К Киру, например. Почему нет? Почему не воспользоваться механикой? Шотландия объявила о дружбе с инками. Надеюсь, они против Польши будут дружить. Повышен у меня уже третий уровень культурного союза с Екатериной. Македония с Индией, ну-ну, самое время. Блин, прям в центр куда-то, блин, Джабалпур, нет. Так, лунная экспедиция. Десятикратный бонус к культуре получаем. Так. Три посла, губернаторский титул. Дальше пошли, давайте. Борьба с глобальным потеплением. Блин, тут вообще все поломало. В агре. О, а тут не ставятся солнечные панели. Блин, я всю Пингалу забываю назначить, кстати. Так, ну Пингала и Магнус у нас прокачаны полностью. На что мне надо, да? Давайте Лян. Да не, нафига мне Лян. На самом деле. А Рейна может районы за золото покупать. Или все солнечные геотермальные... Во, плюс 2 к энергии. Вот здесь мне надо... А где эти морские реально все-таки штуки? Морские такие электростанции. Три посла. Блин, Александр, 20... Ну, там Амани прокачанная, видимо. Сидит. Ладно, никогда не буду посылать послов. О,
тут нельзя построить. Просто на снегу, значит, нельзя построить, да, ветровые? Жаль. Военный район прямо на этом. Эх, нельзя захватить. Следующим ходом, короче, индуса не будет. Халявный рабочий. Можно пропускать ходы за эти самолетики. Ну, потому что мы убивали пушки, поэтому не можем самолет уже захватить. Так, город захватить. И этого парня тоже некуда девать. Да, в отдых. Наконец-то индуса больше не будет на карте. Задолбался своей... Вообще задолбал. Самое начало партии он меня задолбал. Ой, подождите. Не поставил проект космический. Этот один ход может многое решить, кстати. Это я... затупил. Ну, у меня просто в очереди все стоит. У меня нету сообщения, что типа ставьте что-то производить. Тут я еще тем более ремонтировал космопорт. Да. Это не очень, конечно, что я так еще на один ход отложил. Я не хочу это ничего менять. Я уже думал, сейчас еще тут пойдет мне всю мою ромашку расколобродит. Через 127 Смоленский 103, но в Питере все-таки. Запуск колонии на Марсе. Три хода, один ход. Вот эту мы ускорим ученым на 1500. Давайте смотреть, что там у остальных. Почекуток открыл умные материалы, но межпланетную экспедицию еще не запускает. Так, я только с Почекутоком тут. Самое интересное, что Рим вообще уже открыл все. Ну, не все, он где-то вот здесь. Но почему он не строит космопорт и вообще ничего не делает, это поразительно. Только нанотехнологии открыл, даже умные материалы. Ну, короче, Рим — это что-то странное. Культурную гегемонию и буду рок-группы
покупать за веру. А, нет, подождите, это Крейне надо сюда подводить ребят, и будем тут. Ну, это ветроэлектростанции. Хорошо, давайте в улучшениях глянем. Ресурсы, вот, улучшения и маршруты. Да, блин. Улучшение. Береговая, вот, береговая ветроэлектростанция в технологиях прогнозирующие системы. Короче, это где-то тут. Пора. Прощай, Индия. Да, я слишком хорошо выучил твой урок, когда ты на меня напал. Разрушить город. Хе-хе. Индии больше не существует. Война закончена. Серьезно, вообще нету ни одного чуда? А, нет, есть Большой театр и станция Амундсен-Скотта. Но вот тут, в Новгороде, можно было попробовать как-то так поставить кампус, чтобы можно было это Амундсен-Скотта сделать, но все-таки слишком много маловыполнимых заданий вот требуется, чтобы эта станция реально работала. Так, кто-то мне там пытался ракетостроение сорвать в Смоленске и был убит, походу. Был убит шпион Норвежской империи, да. Да-да, осуждайте меня все. Я убил Индию. Какая я сволочь. Это прекратил войну, сразу Александр начинает на меня гнать.
будем никому никакой помощи. Тут слишком... Да вы охренели. Ну, это ладно, я тут просто... А вот это главное, чтобы вот это не прошло. Тут слишком много денег. Слишком много денег получают люди, у которых просьба о помощи. Жалко, что все деньги у захваченного соперника тебе не переходят. Сколько там у индуса было? 200 тысяч было? Нет, все прошло. Вся гуманитарная помощь прошла, блин. It ascends from the earth to the heaven. And it... Ah, my beloved. Fill the cup that... Поставим эту фигню. Я думаю, что культура мне уже не нужна особо. Поэтому науку... Ваши рок-группы могут выбирать любой вид повышения, сюда сделаем. Чекуток все еще не начал. Межпланетную экспедицию. Харальд Суровый объявил войну Китаю. Ну что, купим рок-группы. Куда еще девать веру? Больше парков я уже не могу поставить. Отправим их во все страны мира. Россия знаменита своими рок-группами, там вот эти... Кстати, пообзываю реальными рок-группами. Тоже будет прикольно. Посмотрим. Все, закончилась вера. Посмотрим, как работать будут. Странно, улучшенный и открыл. А где, ну... Где то, что мне должно было открыться? Блин, очень странно. Где то, что мне должно было открыться по вот этому золотому веку? При выборе в эпохе будущего открываются озарения для исследования умных материалов, прогнозирующих систем и межпланет... А, может озарение, подождите, может озарение они там и есть, просто мне не видно все равно. Ладно, посмотрим. Мне их просто не видно до сих пор. Но сами озарения, наверное, работают. Я могу еще клетки пограбить самолетами. Или это мне ничего не дает? Ну, если ничего не дает, тогда не буду. Ну, вот тут английские рок-группы приехали к нам. Силовые ячейки спереть.
Вообще все уже открыли, да? Торговый центр, международные... Я думаю, не надо мне тут ничего. Видзе, иш мондрось бо... Мне по чеку так войну объявил, да? И кто-то разрушил космопорт еще в Смоленске, но в Смоленске ладно. Главное, чтобы не в Питере. Но почему так объявил мне войну. С другой стороны, он далеко и ядерку бросить в меня не может. Потому что у него даже портов с этой стороны нету. Тут ему не проплыть никак, не выплыть. Вот дело, почему цивилизациям, которые где-то на другом конце карты вообще есть дело до меня? Осуждают они меня, видите ли. Ой, блин, мегаизвержение еще, зашибись. Как раз в национальном парке. It has been said aforetime that he who knows both sides has not. Так, в Смоленске начинаем чинить космопорт. Этот в центре предотвратил. Рок-группы. Значит, поехали. Во-первых, название. Ну, давайте. Всякие известные. Будем давать. У нас будет пускать ДДТ. И прокачаем на клетке с чудесами. Это у нас пускай будет кино. Пускай на театральной площади. Это у нас пускай будет Агата Кристи. Эти ребята на развлекательном комплексе. А, слушайте, я ж могу все что угодно выбирать. Чего я только эти смотрю, блин. Я забыл совершенно, что я могу кучу всего выбирать. Вот, все цивилизации в пределах 10 клеток получают 50% туризма от этого концерта. Это неплохо. Выступает в национальных парках и клетках с чудесами природы. Ну, религии игрока, мне кажется, не прикольно. В космопортах и кампусах выступает. На морских курортах и гавани. Ну, давайте серфингисты. А кто у нас такая развлекает? Давайте, пускай будет группа Браво.
4 очка перемещения. Это пускай будет мумитроль. Так, ну, кого возьмем еще? Аквариум. У аквариум сам Бог велел выступать на морских курортах. Какие у нас еще там старые рок-группы? Давнишние. Не знаю, Чайф. Что-то я по Свердловскому рок-клубу прям. Давайте громкость. Давайте что-нибудь из новых. Опять еще и сами. Какие у нас не такие возьмем. Олег прокачивается. Не знаю, нафига мне уже хищение технологий, честно говоря. Ой, я знаю, какую я группу забыл, реально. Нет мне пощады. У меня там 10 послов. Куда отправить? Давайте пропануем. За сюзерением. Весь ход потратили на обзывание рок-групп всячески. Ну что, сейчас отправляем на Марс, потом одним ходом сразу межпланетную. И смотрим, еще кто-то войну объявил, это города-государства там Инк перекупает. Серьезно, Бандар Брюней перекупил. Ой. Кто-то стал спонсором. Не видно.
Непонятно. Ладно. Тем не менее, спасибо за поддержку. Норвегия стала спонсором канала. Ну вон, смотрите, уже поддержка там. У кого кризис был? У Голландии вон уже 38 тысяч, да? У ацтеков 234 тысячи, 255 тысяч. Какой мрак. Time will come, and is inevitable. Колонию на Марсе запустили сразу. Сразу, значит, здесь же запуск межпланетной станции. Кстати, все убираем. Используем ученого. Запущено. Смотрим, как там другие. И почеку так межпланетную запустил. Вау. Ну все, мы с ним спорим. Так. А, я не открыл до сих пор ускорение. Ну блин. Ну это хрень полная, конечно. Получается, кто первый откроет ускорение, тот и молодец. А где оно, хрен знает. Хотя мне оно должно быть ускорено вроде как. Значит, исследовательские гранты. Надо везде, где только можно. Чайф у нас в любой, в общем-то, цивилизации может провести концерт. Отправим к ацтеку. Браво у нас на морских курортах и гаванях. Мумий-тролль. Просто 4 перемещения. Кино. Театральная площадь. Агата Кристи, развлекательный комплекс. Ну и где у нас хоть какой развлекательный комплекс? Вот он. ДДТ в чудесах. Ну, вот, на Панамском канале. Текила Джаз, развлекательный комплекс. Безобразная Эльза на чудесах. О, неназванная группа у нас. Что за дела? Так, кто это у нас будет? Не знаю, давайте звери. А так как это звери, то это у нас будет поп-звезда.
Маша и медведи на театральной площади. Аквариум на морских курортах и гаванях. Песняры на развлекательном комплексе. Всех распределил. Тут просто нету исследовательских грантов, поэтому там, где нету исследовательских грантов, я делаю подготовку спортсменов. If you do not change direction, все, помощь. Мне помощь закончилась. Похоже. Смотрим, как там по Чакутак летит. Экспедиция один световой ход в год преодолевает. Как и я. Но тут не написано, сколько ему осталось. Я до сих пор ускорение не могу использовать. Блин, когда эти города уже... Еще два хода. Надоело ждать. Еще рабочих сделали мне. Блин, что за своим... Рок-группой приперся сюда. Так, там случайно, совершенно случайно не может кто-нибудь? Да не. Без вариантов.
ну что, Мумитролль. Мумитролль подвел, конечно. Эх, Мумитролль, Мумитролль. Кино. Подвела. Оригинальная концерте группы Мумитролль. Но не настолько, чтобы хотелось их еще слушать и слушать, и группа канула в лету. В 1916 году Мумитролль и кино объявили об окончании своей творческой деятельности. Зато я смотрю, английские рок-группы у меня зашибись работают. Может поставить эту карточку? Я не думаю, что она как-то там повлияет негативно. Давай, Япония, осуждай меня полностью. Что там, кстати, отваливалось? Вот это что отвалилось? Сент-Луис? Сент-Луис. Отвалился к Мачу-Пикчу. К Мапуче. К Мачу-Пикчу. Инка там, кстати, всей своей армии не плывет ко мне. Это ж в стиле этих ребят компьютерных. I'll be back. Так. Ну вот эти морские Давайте, наверное, силовые ячейки откроем. Мне надо вот эту открыть. Ой, блин. Троян и Едвиг уже далеко впереди, но нифига. И Едвига, по-моему, там не особо космос строила. Нет, две есть. Чем мы с Инком, кто быстрее откроет эти техи на ускорение. У меня санглес закончился, надо продлить. Отлично. Ну, культурный мне уже не нужен. Давайте научный. Браво, ну-ка. Потерян. Вообще хоть одна безобразная Эльза, ну-ка. О, эти смогли. Маша и медведи. И эти смогли. Аквариум.
если есть верфь, я вот это не... Ну, есть верфь, все равно. Играем. Молодец, аквариум смог. Правда, уровень не повысил. Давайте лучше вот здесь. Звери. Тоже смогли. О, в Кракове партизаны завербованы с современными танками. Как можно быть таким тупым? Вообще изи, по-моему. Так, собираем тут рыбу. Я уже, знаете, переходовки отключаю, потому что... Так, песняры. Развлекатель... Подождите, это развлекательный... Это развлекательный комплекс, это не... Мне здесь не надо. Его надо в развлекательный комплекс отправлять песнеров. Это не аквапарк, потому что есть отдельные прокачки на аквапарк. А здесь конкретно развлекательный комплекс, так что... Блин, где развлекательные комплексы какие? Чё, народ? Вот, наверное, да? Да. Так, Текила Джаз. Тоже развлекательный комплекс. Туда же. ДДТ. На клетке с чудесами. Да, что-то все старые рок-группы меня подводят, честно говоря. Тут во время переходовки я обратил внимание, что огромный боевой робот получил прокачку у Франции. И я вспомнил, что она же мой союзник, то есть она тоже воюет с инком. У нее там Рен отваливается, но это не инк захватывает, он просто отваливается. Ну надо, наверное, ядерку построить. Так уж и быть, бросить на кого-нибудь, да? У нас еще подводная лодочка. Инка? А, не открыто, блин. Дальняя связь, ну... Дальнюю связь надо пока отложить. Я зато бомбардировщиком могу кинуть. Надо бомбардировщик перевести в Архангельск. И с Архангельска ядерка вполне полетит. Да и строить уже нечего в городах просто. Просто больше нечего строить, блин. Так, Маша и Медведи отыграли. Где у нас еще театральные площади? Звери тут отыграли. На третьем концерте сломались. Да, ну как-то, ну, с
Слабо играют. Слабо играют. Все мои рок-группы. Агата Кристи на развлекательном комплексе. 26% всего. В Агату Кристи я верил. Я мажу губы гуталином. Я обожаю черный цвет. И мой герой, он соткан весь из тонких запахов конфет. Как я там шпионов нейтрализую всех. Сейчас буду береговые электростанции строить еще. Тут под Рейной. Я же ее прокачал на это дело. Очередное голосование на Всемирном конгрессе. Торговые пути пускай ко мне, но это без разницы. При осуществлении этого проекта производство увеличивается на 100%. Я не помню, орбитального лазера или наземной лазерной станции. Что требует энергию, а что требует... Наземная лазерная станция требует энергию. Вот, значит, нам наземной лазерной станции надо. Чтобы улететь быстрее. 2 очка дипломатической победы. Я, но там никто не может дипломатически победить. И дипломатические соглашения. Сейчас Баск эту дипломатии побеждает, потому что не следил особо. Нет, там было очень мало очков, которые требовалось для победы. Еще и мало набрано. Но... результат голосования. Так, принято к Харальду, окей. Производство снижает операции. Фигня полная. 3 очка дипломатической победы получает Вильгельмина. Так, давайте проверим Вильгельмину на всякий случай. 15 из 20. Ну, ей уже поздно. Ей уже 5 очков. Ну, чудо построить все равно никак. Собрали. Агата Кристи готова к повышению. Ну там вот. А, вот тут только 3. А, я убрал карточку. В партизанах вокруг Кракова. Толстые польские партизаны. Все. И звери свое отыграли. Там у нас до ядерки 2 хода. Скоро Инк получит свою заслуженную ядерку. О, песняры. Так, а что он встал здесь? До развлекательного комплекса надо добраться все-таки. Текила Джаз, у нас тоже развлекательный комплекс, играет. Маловато туризма, маловато продано альбомов.
Кстати, у меня еще стоит до сих пор инженер. Можно железные дороги построить, раз такое дело. Ну, мы ж Россия, знаете. Мы как раз без... Очень поздно железные дороги строим. Атомная подводная лодка Польши разграбила кампус. Ну, эти вот подводные лодки, которые в кампус заплывают, грабят их. Вот это вот все. Шотландские волынки пошли. 232 тысячи. Вообще такое видели? Давайте проверим, что там по чеку так все еще по одному световому году летит, да. Это нормально. Потом я обещал прекратить шпионаж Риму, оказывается, но я его на самом деле не выполнил, потому что... так. Контрразведка в Театральную площадь. Все обработано. Просто вот все обработано. Что еще делать? Эти тоже. Так, развлекательный комплекс где у нас? Что уже, третий уровень. Это пока лучшая группа. И этот развлекательный комплекс требует. Пилоджаз тоже, видите, неплохо. А что у... Вот развлекательный комплекс. Кстати, у Франции нету развлекательных комплексов. Миры не подводят. Фукусима. Пеники осуждает. Ну, такие уже финальные конвульсии. Едвига, Шотландия, Мапуче. Почему по науке впереди те, кто даже не пытается наукой победить? Ну, Едвига, да, что-то построила, и все, и остановилась. Лаутару тут близок. You can never plan the future by the past. Что, я уже все... Все по культуре открыл. Ну, наконец-то. Вот он, межпланетный полет. Через два хода будем ускорять. Так, я в него раньше выхожу, чем Инк. Вроде как... Победа. Ну, и сейчас кто-то ядерку... Свою хитрую инкскую харю получит. Так. О, не долетает.
Ну это маленькое расстояние, понимаете, нафига мне посылать сюда ядерку? Ладно, откроем межпланетный полет, потом откроем дальнюю связь. И я вас порадую ядерками. Тем более еще одну мы строим. Можно тогда прикупить еще одну подлодочку. Все же не знаю, что строить во всех этих ничего не буду менять. Тут внезапно Монтесума объявил войну Екатерине Медичи, ну и, соответственно, я, как союзник Екатерины, объявил ему войну. Вы посмотрите, какими мощными юнитами плывет Ацтек захватывать Екатерину, при том, что у нее уже огромные боевые роботы. Очень беспокоится Екатерина. Немножко постреляем по чуваку, раз он тут так плавает. А он еще и ко мне бомбардами поплыл. Это опасно. Давайте самолетики перебазируем сюда. Он же бездумно сейчас будет плыть ко мне юнитами всякими. Мы их на подлете. Так, развлекательный комплекс и аквапарк. Ну, вон аквапарк я вижу. Китай, а вот развлекательный комплекс. Пошли сюда.
Ну, у меня кто держится? Песняры, Агата Кристи, Маши и Медведи, Текила Джаз. Вот, оказывается, лучшие группы современности. Цива плохого не посоветует. Слушайте эти группы. Наконец-то. Открыли ускорение. Тут я вообще первый в межпланетном полете. Вообще единственный, кто находится. Поэтому в Санкт-Петербурге. Лазерные станции. В Астрахани. Лазерные станции. Ну, где, везде, где есть космопорты. Кстати, я могу и эту построить одну. Так, и в Джабалпуре, по-моему, у нас, да? Ну все. Один ход. У меня один ход преодолевается. Очень мудро лететь под обстрелом самолетов вот так. Отступаю сюда, чтобы апгрейдить тут сейчас подводные лодки. Сейчас партизаны захватят вообще. Польшу. Это Кристи, четвертый уровень. О-хо-хо. А потом братья Самойловы разосрутся друг с дружкой. И группа тоже канет в лету. Но пока в 1932 году они на пике. Так. Две лазерных станции запустили. Атомные подводные лодки открыли. Успешно взорвали дамбу в Риме. Так, капаем подводные лодки. Летает. Подождите-ка. Если так сделаем. Оно не долетает. Развлекательный комплекс. А
Аквапарк. Поехали в аквапарк тусить. Этих открыть. Более крутые самолеты у меня. Алюминия-то дофига. Ну вот, смотрите. По чеку так один световой год. У меня три световых года вход. Так что, что-то мне кажется, я быстрее это лечу. Так, Текила Джаз. Развлекательный комплекс. Прибыла. Я Федорове не сомневаюсь. Еще Чайф у нас. У нас еще Чайф живой. Внезапно. Бои с инками. Поломанный космопорт, но Чайф провел там успешный концерт. Инки просто еще не знают, что на них следующим ходом прилетят две атомных бомбы. И, в общем-то, на Уильпу Уаман и на Уанаку. Или на Куско можно, все-таки столица. 20 жителей. А где космопорт? Ну, один вот тут, я вижу, тут ничего не строится. Вот космопорт. Ну, тоже вроде ничего не строится. Вот где строится, кстати. Сюда надо будет. Сюда атомку бросим. И на столицу. Просто, чтобы уже окончательно избавиться от конкурента. Очередные лазерные станции закончены. Ну что, я следующим ходом победил. Нет, два хода осталось. Ну что ж. Полетела первая. No man is above the law. Так, второе, сколько там мне не хватает клеток? Три клетки надо подвинуться. Так. Опять меня все осуждать, наверное, будет. Какой-нибудь кризис вылезет. Против меня. Красота. Текила Джаз стала поп-звездой. А, кстати, можно самолетики апнуть. Немного дальше летать будут. Ну давай, Агата. Нет! Моя любимая группа. Маша и Медведи. Отлично. В Лондоне.
То есть мы священный город католицизма обратили в православие? Маша и Медведя. Кстати, по-моему, Маша Макарова как раз там что-то на религии сейчас, да? Повернуто, нет? Да, нет? Но то, что Лондон можно было из католицизма в православие вот так вот повернуть, это, конечно, круто. Приезжаешь так к рок-группе в священный город, и он, опа. Ну, такого ж невозможно. Есть какие-то такие примеры из истории реальные подобного обращения? Ага, скинул две ядерки, и чувак уже мир просит. Угу. Ага. Сейчас. Слушай, я только сейчас заметил, что, оказывается, мне прошлым ходом объявили войну. Еще скифы, норвежцы и шотландцы. Ну, я думаю, можно уже не ходить, а просто закончить ход, и мы следующим ходом побеждаем, в общем-то. Поэтому... Нету смысла чего-либо ждать. Тут все, один ход он летит по чекуток. А я 11 световых лет. То есть я уже, считайте, прилетаю. Кстати, графика дебильная. Ну тут и ко всех других проектов касается. То есть она вот заполняется сразу. Не в том плане, что... Вот сколько осталось, так кажется, знаете, вот тут уже инку чуть-чуть осталось. На самом деле мы знаем, что нет, ему больше половины еще, наверное, ему ходов 13 или 14 без ускорения лететь. Не знаю, почему так показывает именно. Интересно, графики сейчас глянуть, да, эти, бля, скифы какой-то мой одинокий броненосец добивают. В это время, кстати, Алиенора воюет с Голландией внезапно тоже. А эти, что мне объявили войну, вообще не знаю. Шотландия, Япония, скифы и Норвегия. Ацтек-то понятно. Он почему-то Франции решил с Францией повоевать. Ну, давайте. Финальный ролик, поехали. Much as our ancestors did ages ago, ну, we я пропущу, потому что, извините. Давайте посмотрим графики. Конечно, не самая моя лучшая игра, на самом деле, по качеству моих принимаемых решений, что я делал, но все равно получилось интересно. Карта необычно сгенерировалась, все вот эти цивилизации, как я говорил, кроме, пожалуй, Маури и Персии, у всех довольно много... было территории. Так, давайте мы оставим реально лидировавших. Давайте Трояна оставим. Ну, Екатерину давайте, Лаутара, Почекутыка и Едвигу. Вот так мне интересно. Ну, Вера, я вообще тут всех просто перебивал. Всего губернаторов... Всего религии, это все неинтересно. Захвачено городов, ну тут я. Крут. Золото игрока. Ну вот это просто... Давайте посмотрим шотландцев. Он первый, кто накопил, которому давали за кризис что-то, а потом... Больше всех, по-моему, вообще купы накопил. В итоге, да. Или ацтек. Нет, купы. И никак их, вообще никак их не использовал. Ну это... Количество сражений, тут я лидирую все равно. А, нет, Дидона, смотрите. Сейчас я других еще гляну. Короче, за всю игру больше всего вы... Ну и Монтесума тут недалеко. Монтесума, да, ну, Монтесума как бы ему... Написано компьютером так. Культура. Кстати, ровненько шли. Наука. Вот тут я вырвался вперед. Тут вот они, вот тут, понимаете, компьютер уже мог улетать вот здесь, и он почему-то забил на улет, кроме инка. Объявлено войн, основано городов, получено великих людей, тоже неплохо, хотя здесь он
Едвига вообще офигительно шла. Получено объявление войны. Мне чаще всего объявляли войны. Построено зданий. Построено районов. Потеряно юнитов. Ну, совсем немного. Чудес я вообще не построил. Мне в этой игре комп, по-моему, не дал вообще ни одного чуда построить, если я ничего не путаю. Только я захватывал у индуса. Так, счет игрока, счет эпохи и уничтожено. Ну, тут, как видите, я вне конкуренции. Вот такая партия получилась. Ваши впечатления хочу почитать в комментариях. Играйте в умные игры, ну и, по идее, дальше я должен уже выложить FIFA сетевую партию. Я несколько записал, посмотрим, какую я решу первой. Все, играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!